очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, это, безусловно, способы ведения борьбы с Россией. Кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны. Но, слава богу, пока до этого не дошло, я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнеров в кавычках, все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления, на вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт. И нам пришлось сразу же принять решение о приведении в повышенную, в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания. Но реакция последовала, сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, она, женщина, министр иностранных дел. Никто не дезавуировал эти заявления. Ну, хоть что-нибудь, кто-нибудь на этот счет сказал бы нам. Вы знаете, это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего. А мы-то что должны по этому поводу думать? Ну, что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли это как сигнал. Отреагировали соответствующим образом.